Здорово. Возможно, сегодня удастся пройти игру, если не будет жестких затупов. Прошлый стрим офнулся, потому что, ну, минус свет. Ну, буквально минус свет и в игре, и в жизни. Как говорится, что бы ты выбрал? И чтобы, ну, где у тебя вырубили свет? В игре? В жизни? Или там и там? Огромная халява от Tasty Drop. Полуровня батл пас на халяву. Всем, каждому, просто так. Залетай по ссылке в описании и забери свои полуровня батл пас, а также активируй бонус 100% к пополнению. Это легко, просто следуй по шагам, указанным на сайте. Свежие кейсы с батл пасом, кстати, тоже на месте. Так что ставь видео на паузу и забирай свой батл пас по ссылке в описании. А по специальному промокоду получишь еще и 15% к пополнению баланса. Я, короче, зашел на второй этаж, вот сюда дошел, и стрим пропал, а там какая-то хуйня, в общем. Там. Вот здесь, вот, тут какой-то глаз, блядь. Хули, зажигалка не работает. Глаз на двери кажется живым, бля. Maybe его молотком надо пробить, я не знаю. Ну да, ОФК. Ну, реалистично, ничего не скажешь. Ну, живой глаз, как мне его, блять? What? В этой... Серьезно, ты решил туда залезть? Что? Что? Просто рандомно рука, блядь. Как я должен был узнать, что надо сюда пойти? Повезло мне, что я, ну, увидел ее сразу. И что мне то что дало? Это какой-то пиздец просто. Это видели? Чел залез под кровать, пообщался с каким-то чудищем, блядь. Лол. What the hell? Блин, вот эта игра, конечно, это такой трудный для меня жанр. Вот это вот на внимательность, это так сложно для меня. Тут становится все черно-белым. Сейчас. Теперь я колясочник. Через стенку ломится? Кто это? Что это? Доктор Смит? Доктор Смит? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... Scopophobia. Exactly. Что такое скопофобия? Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Скопофобия. He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated. Maybe это чел, это и есть главный герой, который сейчас игру проходит? Или как? Не надо встать.
Это реальность? Блин, судя по всему, это реальность, потому что, ну, экран нормальный. Так, maybe это и есть главный герой, который игру проходил все это время? Что такое скопофобия? Я хочу загуглить, подождите. Страх показаться нелепым и смешным в глазах окружающих в связи со своими мнимыми недостатками. Что за хуйня? Есть такая тема даже? Казалось бы, обычный подростковый комплекс. У него даже было название, бля, напридумывали этих всяких фобий. Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. Мне в 323 пойти? Вот где должен ключ заметить? Тут реально дохуя комнат. О, ключ? Это выглядит как ключ. Hello. Hello. А, я взял, блять. Nice. Call to security. Code white. Emergency in room 323. Don't you dare touch me, you fuck! Emergency in room 323. Seize him! Give him the sedative! No! Get off me! Fuck off! Где это происходит, я не могу понять. Я не могу понять, до сих пор это реальность или нет. Нету никого, нету персонала. Возможно, вы смогли бы сломать стену подходящим инструментом. У меня молоток остался в квартире. Тут сори. Хорошо, хоть наконец-то дают прямую подсказку, что ее нужно сломать. Вот. Женский туалет раньше был закрыт. Да кто-то плачет. Окей, инструменты. О. Что за... Бля, нереалистично. Она же очевидно только что выбежала, но нету никого. Наконец-то! Ты жадничаешь 1000 рублей, но для тебя не жалко ничего. Хорошая спина. Это не от жадности. Чем больше донат, тем меньше донатов. Ты не понимаешь. Жадные те, кто ставят донат 50 рублей или 100 рублей. Алло, я уже объяснял много раз. Это чтобы не подсказывали. А если и будут подсказывать, чтобы пришлось платить по-настоящему. За подсказки свои. Переговорная 3F. А где мой ломик? Я его выкинул. Блять! What? Они живые? Почему я могу взять ломик и отхуячить их? Бля, там этот чел ходит. Бля, я не вижу ничего. Я не знаю, куда идти. Что такое 3F? О, великие силы. Опять эта ебучая темнота. Это оно. Че за чел, блять? Окей, че я сюда пришел? Идем дальше. Ну сколько можно в темноте меня, блин? О, фонарик. Опять то самое время. Он же на колесиках, блять, ну это пиздец. Зачем делать проблему и просто из ничего? Почему я не могу просто его переместить, положить фонарь и переместить его? Я не знаю, подвинуть его. Тогда разрабы душат. Я не знаю, как этот ебучий столик... О, лол, что? Вы это видели сами. Вау. Это пиздец просто. Так и думал, что не нужно думать. Блять! Я? Yeah. Да, yeah. Exit, exit, exit. Where? А.
Бля, до сих пор не могу понять, это реальность сейчас? Не похоже на реальность? Че, он просто улетел? Наверное, больно. Плюс чат, кто выжил после такого? Кто выжил бы? Куда я упал? Да, понять происходящее. Так, теперь я снова со своим инвентарем. Охуеть, это дом. Дом закараптился окончательно, гайз. Ну пиздец. Мне идти по этой штуке? К очередному источнику скверны? А, блядь! Чел с костылем. Есть глаз? Надо глаз пробить. Успокойся! О! О! Вижу его! О, мы открыли. Да. Ну, типа, у этой игры хорошая атмосфера, интересно в нее играет, но... Конкретно геймплейно... Ну, тут уже постоянно замечать, быть супер внимательным. Это мне не нравится, это просто... О. Это челики из Мора. Это челики из Мора или из Лабиринта Фавна? Челик. Где реальность? Что такое реальность? То в итоге кажется, что он и есть этот Ракан, главный герой. Опять я здесь встал. Опять госпиталь, в котором никого нету. А, понятно. Как там оттуда? Ну, сейв есть. Мне нужно пройти... Вот так. О, попытался пройти вне очереди. Жизненно. Не, ну не жизненно, конечно. Anyway, я не занимаюсь таким. Это несправедливо. Окей, тут можно пройти или нет? Это уже что-то на уровне Little Nightmares. Я помню, там это было сложно, вот такой момент. Найс, рука у чела просто здесь. Я его сквозь его руку. Ключ с изображением лестницы. Они все ждут лифта. Нужно... ориентироваться по табличкам. Блять, дух! Стейркейс в эту сторону. Ой. 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 Я не понял, куда бежать. Staircase, я не знаю. Окей, все. Блин, это было легко, оказывается. Я не в ту сторону повернул. Хватит лагать. Это дикие, да. Аракан или Ракан — это обезумевший ЧВКшник, которого вечный рейд. О, admissions office. Ой, это что-то строго, гайс. Что-то, блядь, шатается. Admissions office. Ну и все, ключ. По-моему, я не чувствую. Ай, блядь! А что я должен делать? Он там прямо стал, бля. Но он на выходе меня поджидает. С костылем своим. Блин. Непонятно.
А, я умер, походу. Окей, я пробежал просто. Ну, я не ожидал, что чел с костылем будет проворным. Но было изи. Он не отстал. Он слабый. Ха! Окей, это было легко. Почему нельзя взять какую-то, блядь, я не знаю, плоскогубца, например? Плоскогубцами можно норм переебать. Тем более молотком. Аппаратная. Блять, да что это, ёб, блять! Кто там? Где control room? Все ебучие двери закрыты, все. И вот эти штуки тоже не открываются. Благодарю за помощь. Пиздец, здорово, как? Здорово, уважаемый стример. Как дело? Вношу минимальную ежестримерскую дань. Когда уж допройдёшь данную игру. Ну, я надеялся, что сегодня, но тут, походу, затуп пошел. Что вы поделаете, если, блядь, чего-то не заметил где-то? А, вот какой-то... Бля, подождите, я тут не был? Вот! Control room! Вот! Прикиньте, я его... Я не мог найти, я тут не... Я ж говорил, что тут в этой игре нету затупов. Тут надо замечать. Тут можно было пойти налево, а я 20 плюс минут не мог найти control room. И я знал, что нужно делать с нулевой секунды, это супер очевидно. Но я не знал, где, блядь, как заметить, как найти. Блядь! Так, и здесь карта должна быть. Во! Вы нашли магнитную карту сотрудника. Видите, я все моментально сразу понял и предсказал, как оно будет. Потому что оно не чувствую. Лифт тянет только одного человека? В больнице, правильно я понимаю? В больнице лифт тянет одного человека, где будет каталка, медсестра, врач, больной. Или две медсестры, да. И больной. Верим. Ой. Наверное, светить в них нельзя, я предположил. Сразу же. Потому что я сверхразум. А это случайно не те челы, которые лифт ждали? Нет, это другие. Fuck you, Dwayne. Блять. Куда мне идти-то? Ну вот опять, типа, ситуация, я не знаю, куда идти даже примерно, если чё. Я не знаю, в какую сторону идти. Блять! Ого, строго. А что я сделаю? Дурацкими. Окей, я зашел в комнату. И тут просто непонятно, что делать. Клево. Заблокировано, заблокировано. Что нам нужно делать? Нам нужно что-то заметить и куда-то кликнуть. Может, надо прилечь, бля, отдохнуть? Неплохая идея. О. Так и думал, что надо в зеркало посмотреть, блядь. Здорово!
На чё, где свет? Здорово, всем привет. Блять, костыль! Куда? Куда двигаться? Хирург. Я опять в больничке. Только теперь, походу, я обосрался. Все закарабчено. Теперь это мои следы, наверное. Или как? Или нет? Не понимаю. Checked him with a tranquilizer. You're not supposed to be here. You're all. Someone bind him up. Get his doctor right away. Let me out of here. Let me out of here. You have assaulted multiple employees and threatened security guards with a knife. You sabotaged the electric panel, leaving the entire ward under lockdown. Such behavior is leaving us questioning your mental stability and health. We are left with no choice but to isolate you from the patients and employees in the psychiatric ward. Treatments are in measure. No! No treatments! You all are the reason why this. Чего добился? Нашел фонарик. Строго с тильтом. Отошел на одну минуту и уже насрали. Но теперь тем более питания нету. Кто насрал? Мне сюда что, головой окунуться? Вкусно. Он что-то сожрал? Или что он делает? Он достает что-то? Это что? Я не понял, что это такое. Вы нашли ручку от электрического щитка. Окей, мне нужно в контрол-рум теперь. Кто это такой? Жижич. Меня убили? Не, спланировано. Кто такой Жижич?
Как понять? Фонарика у меня больше нет? А где мой фонарик? А. Чё, где я? Блять. Хорошо, что тут пауков нету. Паутина явно есть, причем здоровая. Ну чё происходит? Где я? О, вы... О, здорово, гайс. У вас тут концентрационный лагерь? Какой же трэш! Что происходит? Самый главный глаз. А что делать? Много у меня времени было на то, чтобы что-то придумать. Мне надо что-то острое, да? Там было написано. Чтобы пробить глаз. Чел, пошел нахуй. Бля, ты рофлишь? Я могу... Что ты сделаешь? Опа! Блять, как? Да блять! О, проход. Есть пробитие. Сердце скверны. Дверь. Ну да, как обычно, дверь. Я домой вернулся? Не, нихуя. Пум! Ну хватит мне вырубать свет. Мне вчера в реале вырубили 4 раза свет. Кимната. So, break it, right? I'm here with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of. А то он так врачей видит. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Well, I'll get back to you soon. Обожаю, когда меня закрывают в какой-то маленькой комнате и попробую тут найти что-нибудь. Просто обожаю. 10 на 10. Это мои любимые моменты в этой игре. Когда меня закрывают в маленькой комнате и заметь что-нибудь, найди что-нибудь. А тут ничего нет.
Как они умудряются так делать? Как они умудряются просто, ну, блядь, тут нет ничего. Откуда я мог знать, интересно, что шкаф можно двигать? В этой игре ни разу нельзя было ничего двигать полноценно. Ну, из тяжелого. Ну, типа, вот до такого додуматься это просто нереально, потому что за всю игру я ни разу ничего не мог двигать тяжелого. Разумеется, я попробовал, потому что, ну, я пытаюсь с точки зрения реализма всегда отыгрывать, поэтому у меня получилось. Привет, Виталя. Это я, твое подсознание. Вчера у тебя вырубили свет так же, как в этой игре. Да, это я. Это знак. Завтра ты выйдешь из комы и, наконец, получишь ответ на вопросы, кто я, где я. Ты все поймешь. Чел, я не нахожусь в запятой, чтобы из нее выходить. Поймут не только лишь все. У тебя уже два костыля? Или у тебя было всего два? I knew it! Oh, they're in big trouble now! With everything I know, I'll definitely take them down! You hear me, fuckers? I'm on to you! Hey, hey, what are you doing? Who sent you? Wait, wait, wait! No! Game over! Концовочка пилы какой-нибудь. Лол. Пять глаз. Я думал, я вынес главный глаз. Еще один глаз. Че, я прошел или что? Это ко мне домой? О, кассета. Конец главы Ракена. А, так я прошел игру, получается? Я прошел три главы. И он замолк навсегда. Так я так и не понял, кто главный персонаж. Гайс, мы так и не поняли, кто главный персонаж, и мы не нашли последнюю рамку. Надо найти хотя бы последнюю рамку и понять, кто главный персонаж. Стало светло, но у меня аниме почему-то краснеет, ну. Что не так-то, блядь? И мы этот сундук еще не открыли. И сейф мы не открыли. Так, мне нужна одна подставочка еще. В смысле, рамочка, блядь, подставочка. О, подождите. Во! Опа. Это... Да еще что? Вот этого я раньше не видел. Вот это интересно. Куда я попал? Что нам нужно делать? Нам позволяют сюда забраться. Для чего? А я начинаю задыхаться? А. Это первое, что мне пришло в голову, когда увидел стул, но я думал, так нельзя. Топор, найс. Что им пробить надо? Что можно топором пробить, бля? Да пиздец, ну не понимаю. Окей, я этого не видел, но это сложно. До этого, ну, дойти нереально. Я этого не видел. Такой бред. Попробуй заметь. Какая-то микродырочка. Ну да, конечно, есть пробитие. Прям легко пробил, и там АФК проход есть. Реалистично. Куда я? Кто я? Где я?
Где это я оказался? В гараже? That's strange. Откуда у меня дырка в гараже? Окей, как мне с жижей контактировать? What? Дырка пропала! Так, ну я прошел 3 главы из 3. А вот здесь какие-то дополнительные микроштучки. Нужно аж 4 штучки, как я понял. Или 2. Не могу понять, 4 или 2. 82% прошел. То есть основную часть я прошел. Какие-то бонусные темы я не прошел. Так, ну давайте попробуем поискать. Почему бы и нет. О, подождите. Это че за хрень? Мой бета может взаимодействовать с черной жижей. А, нет, это просто микроприкольчик. Окей, там у меня уже 3 из 6 получается. Тогда ок. Что за... Что произошло? What? Это оно. Какая-то шахта. Это оно. Пиздец. Мой подвальчик превратился в шахту. Окей. Я ищу стену, которая должна пробиться. Это было немного стрёмно, мягко говоря. Это было немного страшно. Чуть-чуть. Я не знаю, где я. Это вообще пиздец, это очень сложно. Блять, ну я так не могу, сука! Вау, вот это вообще дурацкий квест. Я должен... Вот это вот уже именно перебор. То есть тут точно нету света. И тут нельзя включить свет. Ты должен вслепую это делать. Это реально уже дурацкая тема. Это было не так сложно. Надо было просто таблетки жрать, пока даем. А ящик, получается, был не нужен? А, ящик мэби нужен для того, чтобы забраться в ту комнату. Мне осталась, по сути, рамочка и черная жижа. И все, я прошел полностью, абсолютно все. Ага! Это эта кровать. Которой больше нет. Ну где ластрамочка? Why, hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. You're my friend, aren't you? Care to share a drink with me? What a look you have! Are you tired somehow? I getcha. It's hard to rest in this... place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know, and I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it?
Do you even know your own name, old friend? Я не знаю до сих пор, кем я играю. Dwayne, of course. There's no mystery here. Хорошо, but Dwayne. I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure Кто you, Dwayne? Although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long, after all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Dwayne, 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 listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Вот я об этом. Dwayne, but that is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name, I'm asking about who you are. Now, now, Dwayne, shush, shush, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Верим. Why don't we take a little sip to our friendship? If you want me to help you, I've got to know something. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging then? What's up with you? Что он долго пьет этот... You've been seeing things, you say? Хрен знает что. Things like that? Don't you worry, my friend. Just take a sip, and everything's gonna be back to normal. Go ahead. Drink a little of this wonderful poison. It'll do you real good. Real good. I would advise you to take that drink now, my friend. Я только что выпил. Ничего не произошло. Maybe не стоит пить, наоборот. Хотя, не то чтобы в этой игре выбор есть. See? Ain't that sweet? You know you can always rely on this to get you back on track, don't you? Yeah, you remember the coarse taste that burns and slides down your throat, ominously bringing relief and the dulling of your senses. Come on, take another sip. You know you want it. А если я не буду пить? Или я обязан? Не, походу у меня нету выбора. Cheers. Cheers. And another sip. Бесконечные эти сипы. Cheers. Хуирс, бля. Оно не кончается. Now, Dwayne, will you fucking tell me who you are? Я думал, ты мне скажешь. Как я могу знать, кто я? Что мы поняли? Шиза? Это страшно. 5 из 6, гайс. Осталась, походу, ну, рамочка и черная жижа, и все, вообще, конец. Так и не понял я, кто главный герой. О, великие силы. Но здесь у меня уже... А, нет, тут, кстати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще две темы осталось. Бля, ну хочется закончить, чтобы все полностью сделать. Видеокассеты я все посмотрел. Краска на стене выглядит свежей. Попробуй проломить стену. Сейчас. Чем я проломил стену? Рукой, бля? Или он кувалду достал из жопы? Окей. А это еще что за хрень?
Пошли. Класс! Найс квестик. Пришел, там дверь закрытая, блядь. Одна рамочка осталась. Одна рамочка. Одна единственная рамочка. Блядь! Какого? Вот это поворот. А то началось после того, как я пробил дверь. What? Жижич вылез после того, как я пробил дверь. В смысле, не дверь, а стенку ту белую. А где белая стенка? Где я ее пробил? Мне теперь нужно пойти ко всем этим черным местам, и он снова вылезет? Я ничего не понял. Окей, дверь открыта теперь. Лол, так это начало игры. Это то, как я игру начал, разве нет? Нацели пистолет себе в голову. Бросить! Окей. Выбора в этой игре нет. 6 патронов на цели пистолет себе в голову. 6 из 6. Какой шанс выжить? Ну, шанс на осечку. Если оружие совершенно новое. Не знаю. 0.1%? Или меньше? Опачки! Плюса. Чё, все? Мы заканчиваем вот так? Выстрелить. Бросить. Пиздец, что за игра? Я не хочу стрелять. Начало игры, если кто вдруг не в курсе, началось буквально с этого. Главный герой или кто-то, блядь, ну короче, с револьвером чел убивает здесь семью, судя по всему, свою. Трех людей, а потом себя. Ладно, я сохранюсь и выстрелю, посмотрим, что будет. Мне нужно, не знаю, всех жижичей выманить. А может нужно как в бойцовском клубе сделать? Заманить жижича к себе... А потом застрелить себя. Всем пока. Надеюсь, ну, бана не будет. Так это начало игры. Вот, это начало игры, это оно. Так игра и началась. Maybe я и есть Жижич? Погодите. Вы видели, я появился в жиже какой-то. И чё за нахуй? Кто такой Жижич? Кто такой главный герой? Пять патронов. Мне надо 6 раз застрелиться. Окей, бля, я не понимаю. Понять, что происходит, просто нельзя. Челось, ты решил 6 раз застрелиться подряд? Зачем ты осматриваешь оружие каждый раз? Наконец-то! Остановись. Не стреляй. Это игра на жизнь. Ну я так не умираю вроде. Я Жижич, короче, блин. Это как в Resident Evil. Герой, ну... поглощен полностью тьмой. Вернее, он и есть. Это вся хуйня, короче. Goodbye! Окей, последний раз остался.
Мозг не задет, смотрите, вон у меня мозг есть. 5 раз проходишь мимо рамочки. Сейчас, видимо, будет 6-й. БТВ. На видеокассете показывали все рамочки, а в другой пол в комнате. Я не знаю, на какой кассете показывали рамочки. Во! Эта дверь открывается. Теперь... Не понял, а что здесь еще? Вот это уже вообще странно. Маби, закрой. Блять! Это что, рофл от разрабов? Ебать! Ну как я могу проходить мимо рамочки? О чем ты, блядь? Нету нигде же. Ну нигде буквально нет. А где эта дырка? Почему я постоянно ее теряю? Как так получается, что я не могу понять, где дырка? Я не знаю, где... Как я прохожу мимо нее? Вот она. Окей, а где рамочка? Ты сказал, что я 5 раз проходил мимо нее, то есть когда шел сюда. Но тут нет ее. Я не знаю, где рамочка. Последний патрон. Патронов больше нет. Как он будет теперь стреляться без патронов? И тут будет снова 6 патронов. Я охуею, если будет снова 6. Это вообще невероятный затуп начнется. Окей. Как мы будем стреляться? Или оно выстрелит даже без патронов? А нет патронов. Я на дне колодца. Тот самый колодец, в который я прыгал в Ведьмаке 3. Вот как раз тут Ведьмака и не хватает. Я думаю, Геральт нашел бы управу на этого Жижича. И на Жижича, и на всех остальных. И на того клоуна, который девочку с ума свел и челюсть ей оторвал. Куда идти-то, бля? Головоломочка. Титры. Вот это игра! Вот это игра!
Хорошо, хоть зажигалку оставили. Спасибо на этом. Особая благодарность мне за то, что доиграл. Ну и концовка. Нихуя непонятно. Наконец-то! Это фейк-концовка. Рамочка на первом этаже, где свет мигает. Пол в маленькой комнате на первом этаже, где две двери и одна, закрытая, внутри. Маска нужна для тру-концовки. Блять. Ну, я уже вышел на это, уже все. Все, это типа конец буквально. Я даже не могу сохраниться. Ну да, вышел на максимально даунскую концовку. Стрелял себе в голову, пока, блин, патроны не закончились. И остался в колодце. Ебать. Если это одна из концовок, то все, нет смысла уже другую делать. Потому что я вышел, блядь, ну надо было сразу искать. Ну просто не повезло найти рамочку. Вот и все. Найс концовка. Оцените концовку по 10-бальной. На дне колодца на веки веков. Не, ну я не буду грузиться, но если это концовка, то все. Я так не делаю, вы же знаете. Вообще, в целом, ну, игра хорошая, наверное, ну да. Как бы игра хорошая, просто жанр явно не мой. Я думал, это будет головоломка больше. Я думал, это будет головоломка хоррор, или, ну, я не знаю, чего я ожидал. Или хоррор, типа, ну... Ну, короче, я ожидал хоррора, но не думал, что будет больше квестовый хоррор. Тут вся суть игры, тебе нужно постоянно что-то ходить куда-то, в рандомные места совершенно, да, вот, допустим, когда зеркала появлялись во второй главе, ты должен рандомно их искать, и то же самое вот это вот с девочкой, когда было, там, в конце нужно просто рандомно в ванну зайти и прочее подобное, вот это вот, тебе нужно постоянно рандомно куда-то заходить, рандомно куда-то попадать, ходить, вот, что-то произошло, ты что-то сделал, дальше ты не знаешь, куда идти, тебе нужно обойти абсолютно весь дом и попасть в нужное место. Именно сам этот жанр мне не нравится, но игра охуенная в целом. Как хоррор, ну, я давно не играл... таких атмосферных игр. Как хоррор она очень хорошая, но как жанр не очень. Жанр хуёвый, это вот пойди там рандомно куда-нибудь и заметь что-нибудь. Это просто пиздец. Я не могу замечать. Я не могу. Даже не знаю, как её оценить. Не, ну, кстати, ей можно дать 7 баллов из 10. В принципе, 7 баллов ей можно дать. Хоть ставь, ну, на рабочий стол заставку. Давайте я уберу зажигалку и поставлю это, блядь, на рабочий стол. Тру концовка. Принц Кейн. Всё, вот моя концовка. Вот у меня сейчас такая заставка стоит. Сделать фоновым изображением рабочего стола. Все. ГГ. Не хватает только этого звука. Чтобы с ума сойти вообще полностью. Вот концовка. Ну, это можно интерпретировать по-разному. Знаете, есть стакан наполовину полный или наполовину пустой. Это может быть дно колодца или это может быть свет в конце туннеля. Каждый будет смотреть по-своему. Все. Goodbye.